Площадка для проведения фестиваля уже второй год становится площадью администрации Адлерского района. Здесь выступают творческие коллективы города с вокальными и танцевальными номерами. Они не только показывают свои таланты, но и соревнуются между собой. Лауреаты этого фестиваля примут участие в гала-концерте, который состоится 19 ноября у администрации района. До этой даты каждую субботу в 12 часов лучшие коллективы Адлерского района будут вас знакомить с творчеством, бороться за звание лауреатов этого конкурса. Участниками фестиваля становятся и юные художники. Воспитанники 2-й детской художественной школы и школы искусств номер 6 представляют интересную выставку картин. Фестиваль народного творчества – это вдохновение, праздник. Тут хорошо поют, танцуют. Выставлены работы нашей школы. Мы любим Адлерский район. Отмечу, что фестиваль «Мой Сочи, я тобой горжусь» стартовал в сентябре прошлого года и уже привлек к участию сотни детей. Я люблю Сочи!